Жил один фермер, был у него кабан, солидный такой, жирный. И вот однажды подходит к нему мужик из другой деревни и говорит: «Слышь, у тебя такой хряк здоровый, а у меня свинья классная, может что-нибудь у них получится?» «Не знаю. Надо посмотреть, хочет он или нет». Кричит жене: «Мань, посмотри у нашего хряка, хвост завитушкой или нет?» «Ага». «Ну что, поехали, а приходим твою свинью». Посадил он хряка в мотоцикл, одел ему шлем и поехали. Ну, приехали они туда, хряк сделал свое дело, приехали обратно. На следующий день опять приходит мужик, уже из другого села, с той же просьбой. Фермер кричит жене: «У нашего хряка хвост завитушкой или нет?» «Ага». «Ну что, поехали». Опять посадил он хряка в мотоцикл, одел ему шлем и поехали. На следующий день снова приходит сосед и опять просит о том же. Фермер говорит: «Надо посмотреть, хочет он или нет. Мань, посмотри у нашего хряка, хвост завитушкой или нет?» Хряк нажрался своего говна и сдох. Thank you.